Меладзе проигнорировал вечеринку Брежневой на фоне слухов об изменах. Певица Вера Брежнева устроила шумную вечеринку по случаю запуска собственной капсульной коллекции обуви. Супруг артистки, композитор Константин Меладзе, на мероприятии не появился. Накануне экс-участница группы Виагра собрала друзей в бутике Аквазара. Вера Брежнева презентовала новую линейку итальянской обуви. Среди приглашенных были замечены поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, а также модель Лена Перминова. Вокалист, к слову, много времени провел в компании Веры Брежневой. Знаменитости что-то активно обсуждали. Примечательно, что супруг хозяйки праздника Константин Меладзе так и не появился. Ходят слухи, что в звездной семье произошел разлад, мол, именно поэтому музыкант проигнорировал мероприятие. Напомним, анонимные телеграм-каналы распространяют информацию о том, что супруг Веры Брежневой закрутил роман с солисткой Виагры, Эрикой Гёрцеек. Доказательства неверности продюсера пока не предоставлены. Сама Вера Брежнева на слухи внимания старается не обращать. Если бы эта информация была правдой, то, возможно, могла бы меня выбить из колеи. Вообще не знаю, откуда все взялось. Из-за того, что я удалила наши снимки из Инстаграма, рассуждала Вера Брежнева в последнем интервью. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Это секс. Брошенная Милявская нашла юного фаворита. Вслед за Лазаревым, Киркоров о рождении третьего ребенка. Стали известны мотивы жуткого убийства школьницы в Саратове. Шведка свихнулась на идее стать похожей на куклу Барби. Красавица-вдова объявила о пополнении в семье после смерти Хворостовского. И многое другое.